имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст на 8-й беседе на 2-е послание к Тимофею говорит о скорбях благочестивым и о промысле Божьем. Все, говорит апостол, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих. Каждый, желающий жить благочестиво, будет гоним. Под гонениями он разумеет здесь скорби, печали. Подлинно невозможно человеку, идущему путем добродетели, быть без печали, сетования, скорби и искушений. Ибо как это возможно тому, кто идет путем тесным и скорбным? Тому, кто слышал, в мире будете иметь скорбь. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Если Иов в свое время говорил, не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же ли, что дни наемника? Иов 7.1. То не гораздо ли более теперь? Злые же люди и обманщики, продолжает апостол, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 13 стих. «Нисколько не смущайся, — говорит, — если они благоденствуют, а тебя постигают искушения. Таков порядок вещей. Человеку, который борется со злом, невозможно не испытывать скорбей. Борцу невозможно предаваться неге, воину в сражении невозможно пиршествовать. Посему никто из находящихся в борьбе пусть не ищет покоя и не предается наслаждениям. В настоящее время есть время борьбы и сражений, скорби и воздыханий, есть поприще подвигов. Время покоя будет после, а теперь время усилий и трудов. Ну что, если бы добрые веселились, а злые наказывались? Одно может быть, но другое нет. Злые могут терпеть наказание, но добрым постоянно радоваться невозможно. С апостолом никто сравниться не может. Но он проводил всю жизнь в скорбях и в слезах и в рыданиях днем и ночью. 3 года, говорит он, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Деяния 20:31. И говорит дальше. Много раз был в опасностях. 2 Коринфянам 11:26. Не так он жил, чтобы сегодня радоваться, а завтра скорбеть. Но не переставал скорбеть ежедневно. Как же он говорит, что злые люди, обманщики, преуспевают во зле. Не сказал он, что они наслаждаются покоем, но преуспевают во зле. Это преуспевание во зле. Не сказал, что они будут благодетствовать. А когда они подвергаются наказаниям, то наказываются для того, чтобы ты не думал, будто грехи остаются ненаказанными. Гиена не может удерживать нас от зла. Посему Бог из сожаления к нам сам удерживает и пробуждает нас. Если бы никто из порочных не подвергался наказаниям, то никто не думал бы, что над делами человеческими бодрствует Бог. А если бы все получили наказание, то никто не ожидал бы будущего воскресения, потому что все здесь получили бы воздаяние. Посему Бог и наказывает, и не наказывает. Праведники здесь испытывают скорби, потому что они странники, пришельцы и находятся в стране чуждой. Таким образом, праведники терпят бедствия для их испытания, ибо, послушай, что говорит Бог Иова, ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдаться. Иова 40 глава 3 стих. А грешники, когда творят что-нибудь подобное, то в наказание за грехи свои. Итак, будем благодарить Бога за все, так как Он делает или иначе, ибо то и другое полезно. Он ничего не делает с нами по ненависти или по отвращению к нам, но посылает то и другое по вниманию и по попечению о нас. Тот, кто знает Священное Писание, как должно знать, не соблазняется ничем случающимся, все переносит мужественно, иное принимает верою, приписывает непостижимому домостроительству Божью, а для иного видит основания и находит примеры в Священном Писании. Ибо не исследовать всего и не домогаться познания всего – это ясный признак знания. Относительно Бога, кто хочет знать все и дерзает исследовать все, тот особенно и не знает. Кто такой Бог? Ибо в Боге большая часть сокровенна, и исследовать дела Его невозможно.
знай только то, что Бог устраивает все, что Он промышляет обо всем, что мы свободны, что Бог иное совершает, а иное попускает, что Он не желает ничего злого, что не все бывает по Его воле, но иное и по нашей, именно все злое только от нас, а все доброе как от нас, так и от Его помощи, что от Него не скрывается ничто, так Он действует во всем. Знай это, смотри, что добро, что зло, что безразлично, как то добродетель – это добро, порок – зло, богатство, бедность и жизнь наша, смерть безразличны. Познав это, ты вместе с тем разумеешь, что праведные страдают, чтобы получить венцы, а грешники, чтобы получить наказание за грехи. Впрочем, не все грешники получают наказание здесь, чтобы иные не стали не верить воскресению. Равным образом и праведники не все страдают, чтобы ты знал, что не порок достоин похвалы, а добродетель». Вот правила и законы, прилагая к ним что угодно, и ты не будешь оставаться в недоумении. Как у ученых есть непостижимые числа, по которым все подводится, и все можно определить и разлагать по этим числам и правилам, около которых обращается все. Так и здесь. Кто знает эти правила, которые я опять кратко повторю, тот никогда не соблазнится. Какие же то правила? Следующие. Добродетель – добро, порок – зло, а безразличны болезни, бедность, козни против нас и клеветы и тому подобное. Праведные здесь страдают, а если некоторые из них и благоденствуют, то для того, чтобы добродетель не оказалась страшной. Злые здесь веселятся, дабы получить наказание там. А если некоторые здесь наказываются, то для того, чтобы зло не казалось добром и дела их безнаказанными. Если же они наказываются не все, то для того, чтобы не утратилась вера в день воскресения. И между добрыми есть люди, совершающие злые дела, за которые они здесь и отдают отчет. Равно как и между злыми есть люди, совершающие добрые дела, за которые они здесь и получают воздаяние, чтобы потерпеть наказание там. Дела Божии по большей части непостижимы. Великое различие между нами и Богом, а какое именно, того сказать невозможно. Если мы будем рассуждать таким образом, то ничто не смутит нас. Аминь. Аминь.